первый, а ты за мной. Всем привет, друзья! Сегодня решил выбраться в лес на такой походик небольшой выходного дня. Вот погодка сегодня шикарная, солнышко светит, небольшой морозик. Вообще класс, ветра нету, супер погодка. Но сегодня я не один. Сегодня со мной мой младший научный сотрудник. Всем привет! Вот, попросилась дочка со мной. Говорит, папа, возьми меня с собой в лес, тоже хочу в поход. Вот. Ну, пройдемся, немножко прогуляемся, посмотрим на лес, подышим свежим воздухом, разожгем костер, что-нибудь приготовим. Вот, таким хорошим, классным днем не хочется дома сидеть, обязательно куда-то надо выбираться на природу. Вот, у ребенка каникулы, у меня выходной, что сидеть дома, правильно? Тем более, таким шикарным днем птички поют уже. Уже такое чувствуется приближение весны. Вот. Ну, не переключайтесь, друзья. Будет интересно. Ну что, друзья, немножко мы прогулялись, прошлись, посмотрели. Ну, выбрали такое вот местечко интересное. Смотрите на... Здесь вот этот вот русло старого ручья, который я когда-то вам в прошлом видео показывал. Я по нему шел. И вот на краю мы здесь такого оврага остановились. Вот, довольно-таки чистенько тут убрано, молодцы. Вот радует, что люди отдыхают. Я знаю, что здесь часто... посещают это место люди. Вот, ну, видно даже, что вот кострище есть, все чисто убрано, это очень-очень радует. Вот, сейчас буду собирать дрова, будем жечь костер, будем что-то готовить, все вам покажу и расскажу. Так, друзья, заказал себе вот такую вот пилу специально для каких-то походов, таких вылазок. Из Китая, с сайта AliExpress мне пришла она. Хочу сейчас вот ее испытать. Вот, по отзывам, вроде она неплохая. Сейчас попробуем, как она в деле. Ни разу еще и не пользовался. Сейчас попробуем. Thank you.
что, друзья, пилит вообще отлично, классная штука, очень мне понравилась эта пила. Вот немножко расскажу про нее. В двух размерах там она доступна для заказа. Вот у этой, у моей, длина полотна 25 сантиметров и была поменьше, там 20 либо 18, точно не помню. Вот ручка такая удобная, прорезиненная. Мелкий зуб у нее, и зуб видно каленый. Вот, поэтому должна она нормально нам послужить. Не знаю, насколько ее хватит. Буду пользоваться, потом расскажу, как что. Вот. Также отдельно продаются запасные вот эти вот полотна. Можно приобрести в том магазине. Ну, первое впечатление неплохое. Я доволен. Так, ну что, друзья, костер горит у нас. Вот. Сейчас покажу, что мы с собой взяли. Так, у нас картошечки взяли. Мы ее завернем в фольгу и в углях ее запечем. Так, лепешки сырные, помидорки. И взяли таких вот колбасок. Тоже на углях, на решеточке мы их пожарим. И будет такой у нас лесной обед. Вот, посидим, пообедаем и пойдем домой. Так, ну что, пока костерчик наш прогорает, подготовим все. Заверну пока картошечку в фольгу. Бери. Ну, пожалуйста. Только вот. На, иди жарь. Так, все, забрасываем наш картофан туда. Так, ну жара хватает, и колбаски пожарятся, и картошка запечется. Вот такая вот, друзья, красота у нас получается. Не знаю, видно, не видно, дым может мешает, но запах стоит просто обалденный на весь лес. Сейчас еще немножечко с той стороны дожарится, и будем приступать к обеду. Так, все, ребят, колбаски наши готовы. Вот такая вот получилась красотища. Все, не знаю насчет картошки, что там с ней. Ну, сейчас будем пробовать. Главное, что мясо удалось, а картошка уже ладно.
сейчас мы лепешки тоже разогреем. Разрежу их на кусочки и тоже на углях их разогреем. Они с сыром, сыр подплавится и будет очень-очень вкусно. Где-то дочка побежала, там бегает, шишки собирает. Весело ей. Понравился ей поход. Проголодалась, только говорит, долго ждать. Кушать хочу. Все, сейчас разогреем вот это. Проверим, как там картошечка наша, достанем ее. И будем приступать к обеду. Все, друзья, приступаем к обеду. Получилось все обалденно. Картошечка прожарилась, пропеклась, все супер. Будем кушать. А, все, наелись, пообедали. Еще домой с собой маме занесем. Сейчас чайку попьем. И домой. И будем собираться домой. Ну что, понравился тебе поход, расскажи. Ага. Пойдешь еще со мной в лес? Да. Ну, молодец. О, чайку вот с халвой. Халва вот такая вот. Бобруйская, в шоколаде. Очень-очень вкусная. Все, приступим к сладенькому. Пап, а я пойду поиграю. Иди поиграй. Ну что, ребята, такой вот поход выходного дня у нас получился. Прогулялись немного по лесу, подышали свежим воздухом, полюбовались природой, приготовили покушать, пообедали на природе. Вот. Ребенок доволен, счастлив, сказала, пойду еще с тобой, папа, в лес обязательно. Вот. Так что, друзья, не сидите дома, тем более в такие вот прекрасные солнечные деньки. Выбирайтесь куда-то на природу, берите с собой детей. Приучайте их к правильному отдыху, а не только сидеть за компьютером, либо смотреть телевизор. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Всем пока.